Всем добрый день! Сегодня я хочу поделиться вот такой информацией. Те, кто носят очки, знают, какая маята начинается, когда наступают холода. Если заходишь с улицы в теплое помещение, стекла очков сразу же запотевают. Причем не помогает ничего, пока очки не нагреются. А теперь, когда по всем известной причине в общественных местах нужно находиться только в защитной маске, проблема с запотеванием стекол возрастает в разы. Вот в такой маске, в медицинской, я вообще находиться не могу. У меня очки запотевают даже летом. Поэтому я перепробовала разные покрои масок и пошила себе вот такую. Ей уже я пользуюсь уже второй год, мне она нравится. В ней, по крайней мере, и дышать можно, и очки не запотевают, когда идешь по улице. Конечно, в комментариях я прочитала, что кто-то там писал, что и эта маска не спасает от тумана на очках. Да, я согласна, но зимой даже без маски очки запотевают. Что ж говорить, когда мы надеваем такую маску. Но все равно проблема не решена. Я что только не делала, советую очки и смазывать мылом, и зубной пастой. Мол, после этого очки, стекла очков не запотевают. Перепробовала все, ничего не помогает. И тогда я решила, зашла в оптику и купила вот такую штуку. Мне в оптике утверждали, что эта жидкость помогает и очищает линзы от всякой, от жирных пятен, от пыли, от налета, но и помогает от запотевания стекол. Я поверила, купила. Вот такая штучка стоит 1000 тенге. Здесь все написано на английском языке, но я перевела. Здесь написано, что нужно нанести на обе стороны линз этот спрей, оставить на 3-4 секунды, слегка промахнуть салфеткой для очков или для мягкой салфеткой. Этот спрей для улучшения и защиты от запотевания покрытия линз увеличивает и продлевает срок службы. То есть это не просто для очистки линз от пыли, от жирных пятен, но и от запотевания. Ну, кстати, я поверила. Только я вышла из оптики, я решила тут же проверить, потому что невозможно в автобус зайти в очках и в маске. Это что-то. Поэтому я решила проверить прямо на улице. Так, вот в таком виде это спрей. Нужно, как написано, нанести на очки, сбрызнуть жидкостью. Вот я сбрызнула. И затем мягкой салфеточкой протереть. Ну что я скажу, очки, стекла хорошо очищаются, стекла сразу становятся чистенькими, без всяких жирных пятен. Вот, посмотрите, какие стекла чистые. Но от запотевания эта жидкость не спасает. Потому что я сразу, когда зашла в автобус, очки у меня сразу же покрылись туманом. Это что-то невозможное. Поэтому я думаю, что это просто рекламный ход, когда пишут, что от запотевания линз. Ничего они не помогают, ни от какого запотевания. Не знаю, может быть, у кого-то есть какой-то другой способ, чтобы стекла очков не запотевали, когда мы заходим с холодного помещения в теплое. Но вот этот спрей, он только для очистки линз, но никак не от запотевания. Но насчет маски я вам скажу, что
действительно вот такого покроя, она более-менее хоть спасает, и в ней можно ходить, допустим, в общественном месте на том же самом базаре, когда нужно ходить в маске. В ней по улице ходить можно, но правильно, конечно, нужно надевать. То есть вот эта вот верхняя часть надевается на нос, получается, и очки должны прижать вот эту маску, очки должны прижать к носу, и тогда теплый воздух не будет подниматься кверху. Ну, как-то так. Ну, а насчет вот этого средства, я считаю, что я просто отдала деньги зря, потому что 1000 тенге это все-таки не маленькие деньги. А очистить очки, стекла очков, можно было просто под обычной водой помыть под краном, и они будут чистые. Кстати, попробовала я нанести этот спрей дома перед выходом на улицу. Так что подумала, что может быть на улице на холодные стекла не надо наносить этот спрей, он бесполезен. Поэтому я перед выходом из дома нанесла спрей на стекла очков. Результат одинаков, что есть этот спрей, что нет. Это только очищать линзы, стекла очков от грязи. Все, больше она ни на что не годится. Надеюсь, мой отзыв кому-то пригодится. Буду признательна за лайк, за подписку на мой канал. Заходите в гости. Будет еще много интересного. До новых встреч. Ну, а те, кто знают способ, чтобы очки не запотевали, чтобы стекла очков не запотевали, пожалуйста, пишите в комментариях. Буду рада.